Победу из города Алматы, где проходил международный конкурс-фестиваль «Джаз Даррен», привезли и юные североказахстанцы. Участники мастерской детского юношеского творчества «Арт-класс» продемонстрировали свои хореографические таланты и за каждый номер получили гран-при. Школа балета единственная в области, создана 6 лет назад. За плечами танцоров призовые места в областных, республиканских и международных соревнованиях. Фестиваль в Алматы не стал исключением. Множество городов-участников, среди которых представители классической хореографии. Именно это направление мы встречаем на конкурсах, конечно, редко. И нам повезло, была алматинская школа балета детская, ну, достаточно сильная школа балета, но к нашей радости нам удалось победить. У нас было 6 номеров в разных номинациях. Все 6 номеров взяли наивысшую награду гран-при. В конкурсе принимали участие 2 возрастные группы с 8 до 17 лет. Были сольные и массовые номера, среди которых из балета «Белоснежка», вариация «Жизель», миниатюра «Золушка». Я выступала танец «Белоснежка. Совсем другая история» и «Изгнание Белоснежки». Я выступала роль летучей мыши. Я была гномом из «Белоснежки», тоже совсем другая история. Я была умником, но было тоже мне сложно выступать, там нужно было показывать разные эмоции, характер его. Это мои были самые первые соревнования, мне очень сильно понравилась Алмата и также сам концерт конкурса. Было много осуждений насчет нашего коллектива, а так ну ни с кем познакомиться не удалось. Удалось посмотреть горы в Алмате, зоопарк. В планах юных, но уже профессиональных танцоров покорение новых вершин и подготовка к хореографической постановке. Наталья Итова, Анатолий Белонок, служба новостей.